Быть трейдером – это призвание. Ты приходишь в этот бизнес, чтобы заработать много денег. Но единственное, что ты получаешь в начале своего пути – это боль от потерь, больших потерь. Глупости, которые я совершал, это я точно знаю. Это когда работал по интуиции. Это был самый интересный момент работы на бирже. Причем самое интересное – денег зарабатывалось в этот момент очень много, но только в определенный момент. Самое основное, чему я научился за время дилинга, это сохранять прибыльную позицию. Если позиция идет в твою сторону, поставил стоп, и нужно сидеть до своей цели. А убытки резай как можно быстрее. До этого я поступал наоборот, и очень сильно это влияло на результат моей торговли. Ну, касаемо по трейдингу, могу сказать только лишь одно, что надо понимать, где покупатель всегда стоит, где стоит продавец. Этот баланс через некоторое время нарушается, надо только дождаться этого момента и, соответственно, пойти вместе с рынком, а не стоять навстречу него со своим стопом. Вот и все, это самый главный совет. С 2008-го на рынке многое изменилось. Появились новые игроки, новые сигналы на вход в позиции и на выход из них. И нужно быть постоянно в рынке, чтобы все замечать, чтобы учиться у него.